Торжественная церемония вручения дипломов докторов и кандидатов наук состоялась в Музее истории Казанского федерального университета. Дипломы вручил в РИУ ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Он от души поздравил присутствующих со столь важным в их жизни событием. От всего коллектива Казанского университета я вас поздравляю с присвоением вам соответствующих ученых степеней. Я очень надеюсь, что для тех, кто здесь выполнял свои квалификационные работы на соискание степени кандидата наук, это была аспирантура либо соискательство, очень надеюсь, что годы, проведенные с руководителями Казанского федерального университета, не прошли даром. Дмитрий Таюрский также напомнил, что в Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы. И сегодня огромное количество людей обращаются в ВУЗ для защиты и подготовки диссертаций, что говорит о востребованности диплома КФУ. Далее состоялось торжественное вручение ученых степеней кандидатов и докторов наук 41 соискателю. Альфия Федоиловна Зинуровой. В конце церемонии Дмитрий Таюрский призвал присутствующих впредь не оставлять науку, а продолжать вносить вклад в ее развитие, пробовать себя в образовательной деятельности. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.